астрологический прогноз от салона Мандрагора. 10 апреля, четверг. Овны, ваш день настолько насыщен событиями, что будет весьма непросто контролировать свои эмоции. В любовной сфере в этот период ожидаются необъяснимые поступки. Помните о том, что желаемые отношения необходимо создавать постоянно, каждую минуту. Тельцам судьба предоставит возможность рискнуть и сыграть там, где раньше требовался точный расчет. Хорошо развивать явные и скрытые таланты, заниматься своей внешностью и здоровьем. Позвольте себе то, на что раньше было жалко времени или денег. У близнецов наступил некоторый застой в деловых отношениях. Общение с новыми знакомыми поднимет ваш авторитет и самооценку. Важная тема этого периода – возможность творческого раскрытия, поиск оригинальных путей и методов. Многие раки способны обрести ощущение счастья на фоне любых препятствий. Внутренняя сила сейчас совмещается у вас с вниманием к проблемам других людей. Возможно, придется отказаться от какой-то части прошлого во имя будущих перспектив. Львы добьются успеха во всех делах, где требуется спокойная сила, выносливость и способность организовать других людей. В ваше распоряжение может поступить новая информация. Это позволит объективнее рассмотреть создавшееся положение, и ваше решение будет оптимальным. Девам нужно найти время для физической активности. Чтобы поддерживать форму, вам необходима нагрузка на мышцы. День также хорош для обдумывания творческих перспектив. Учитесь привносить в работу творческие моменты. Весы. Жизнь востребует ваши литературные способности, умение владеть словом и вниманием слушателя. Если вы устаете днем, сделайте свой дом местом, где можно ненадолго отрешиться от всех забот. Скорпионам практически весь день придется следить за собственным состоянием, чтобы не наговорить лишнего. Умейте выбирать аудиторию и больше общайтесь с единомышленниками. Делитесь с ними своими переживаниями. Обостряется чувствительность к качеству принимаемой пищи. Стрельцы склонны к поспешным выводам и необдуманным действиям. Для продвижения вперед используйте здравый смысл, однако не забывайте прислушиваться и к своим инстинктам. Для вас это время преодоления разного рода ограничений. Козерогов ждет прибыль от участия в совместных проектах. Придется покопаться в багаже своих знаний, а возможно чему-то подучиться. Вполне вероятно, вам не хватает импульса извне, чтобы проявиться полностью. Водолеев. Состояние финансов может поставить перед выбором. Некоторые из представителей знака непредсказуемы как в своих потребностях, так и в способах их удовлетворения. Занятия спортом доставят вам сегодня и пользу, и наслаждение. Рыбы. Ваши сны и предчувствия этого дня впоследствии могут реализоваться. Общение с друзьями доставит море удовольствия, но следовать чужим советам не стоит. Сохраняйте эксклюзивный взгляд на происходящее. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.